решила я приготовить двухъярусный торт с декором одного из самых популярных сейчас трендов. Для начала покажу вам сборку этого аппетитного красавчика внутри новый торт мандариновой латте. Внутри тортика потрясающе нежные и воздушные кофейные бисквиты, кофейный мусс, мандариновая конфи, а также два вида крема – ароматный кофейный и легкий мандариновый. Сверху я покрыла торт ганашем на белом шоколаде, а нижний ярус я завелюрила белым шоколадом. Затем я сделала осколки из изомальта и приклеила их на тортик с помощью нейтрального геля. На верхнем ярусе осколки хорошо приклеивались к ганашу, я не использовала нейтральный гель. Дополнительно можно окрасить осколки кандурином либо глиттером, а также можно приклеить пищевое золото либо серебро. Сверху я установила роскошную корону, которая очень сильно блестит при дневном свете. И вот такой роскошный торт у меня получился. Как вам такая идея? Артикулом двух видов корон делюсь на своем канале в Telegram. Обязательно подпишитесь, ссылочка в закрепленном сообщении под этим видео.